производства. И наше сегодняшнее видео посвящено очередному анонсу мероприятия, которое состоится на рации ЗЭВА «Белорусское пчеловодство». И в эфире 17 марта 2016 года будет у нас присутствовать Гайдар Василий Антонович. Гайдар Василий Антонович – это знаменитый селекционер и заводчик карпатской породы пчел. Также в заслугу ему можно привнести такую разработку, как «Дерпушка Варамон», которая у нас тоже здесь имеется. Примет участие в беседе Василий Антонович у нас в 20:30 по Москве. Вопросы, которые вы хотели задать Василию Антоновичу, пишите в комментариях к данному видео. Тема будет раскрываться «Карпатская порода пчел» и обработка от клеща Варо, Дымпушка и Варомор. Поэтому не стесняемся, задаем вопросы все в комментариях к данному видео. Вопросы, заданные на канале YouTube «Белорусское пчеловодство», будут первоочередно задаваться Василию Антоновичу на канале рации ЗЭЛА «Белорусское пчеловодство». Не стесняемся, подключаемся к беседе. Всего хорошего. Смотрите наш канал YouTube, слушайте наш канал рации ЗЭЛА. До свидания.